Вот Леопольд везет собак в салон. Да, Леопольд? А сзади собачки, да. А мы просто ему покажу салон. Он там не был. Может, его там постригут тоже? Да, конечно. Не покупают. Леопольд, хочешь, чтобы тебя в салоне покупали? Говори. Ты, что ты там? Ты же хотела в салон. Леон хотел. Не, уже сильно хотят. Вообще. Эх, это Леончик такой. Эх, это Леончик, говорю. Леопольд, что ты назвал это так? Леопольдик, ладно. Есть еще и отчество Вальдемарович. Леопольд Вальдемарович, тебя устраивает, что мы сейчас твоих собак отвезем, чтобы они не наглели, скажи, да? Тебя не воспитывали дома? О, Леопольд еще там не был, да? Нет, и мы покажем, куда собаки ездят в салон. Красоты. Будет красивее, чем ты. Вот таких сейчас собак красивых отдаем в салон. Вот такие красивые. Папа мне не пошел со мной, потому что негде припарковать машину. У нас вот такое бывает. Ты, идем, идем. Я же сама на 4 поводка. Мне же тяжело, Терри. Девочки ждут. Пошли. Вот. Сейчас девочки обалдеют, как я им перед салоном красиво накрасила ногти. Я обычно крашу после салона. Ну ладно. Ну пусть придут красиво. Они же фотографируют там. Да? Леон, идем. Леон любит в салон ходить, страшно. Ой, а там столько собак. Боже, там столько собак. Одна целая. Одна целая собака идет. А. Вон там мой муж идет. Наверное, машину припарковал. А там впереди шпицик идет. Ну. Так, взял Леопольда без поводка. Леопольда Вальдемаровича без поводка. Возьми его на руки. Что, нашел, где машину припарковать? Да. А то я думаю, я одна тут с этими собаками, с такой толпой. А они бегут в салон. У нее. А я уже спешила и забыла одеть. Ой, Саша, я. Саша, не надо отпускать на улице. Так, собаки, идем. Идем, там девчонки нас ждут. Собаки уже меня прям тянут. Так уже хотят в свой салон идти, что ужас. Уже прям тянут меня. Держи двери. Заходим. Ты. Здравствуйте. Вот, пришли собаки в салон. Леопольд. Это Леона. Это Леона? Леопольд, ты в этом салоне же еще не был. Нет. Нет. Был на встречу. На купание. Как сдам, будешь знать, где раки зимы. Показывай, что ты хотела показать. Поехали. Как сдала? Леон, ну он хочет в салон. Ну что делать, а? Ой, Леон. Леопольд Вальдемарович, извините. Леопольд. Брали только собак. Леопольд. Пойдем. Тебя не выбрали. Пойдем. Травки побегай. Ты. Какие собаки красивенные. Идем, идем, будем одеваться.
будем теплые поводки одевать, и заблочного будет целый день.